Так, друзья, привет. Май, примерно 16-17, памяти нет. Новый участок. Вот, в 15 году купленный, постепенно осваивается. Вот, все, руки не доходят до того. Значит, перед вами прививка, единственная, которую привила моя племянница Юлия Сергеевна Медникова. Черный абрикос. Вот он, глядите. Завязался, нет. Завязался частично. У него проблема с опылителями. Вот. Сейчас мы просто делаем обход и кое о чем напоминаем. Стараясь не очень рекламировать. Грядки посажены осенью Юлии Сергеевны Мельниковой. Ой, персиковые косточки вот здесь они растут. Пока не вылазят. Ждем. Здесь она посадила две грядки. Здесь у нее будут расти маньчжурские абрикосы, сеянцы. Вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Продавать она их будет по ссылках рублей по 500. Так, это я на всякий случай говорю. Я телефон на память не помню. Но можете узнать у меня, обратясь ко мне в WhatsApp. Я, кто еще не знает, ее телефон пригодится. И для персиков зайдут, пожалуйста, скромно, 1000 рублей. Вот, 500 рублей это маньчжурский абрикос. Это самая нижняя цена из уважающих себя питомников. Пойдем по кругу. Вот персик, обратите внимание, жуткой раны, смотрите. Нет, он не погиб. Вот это нормально, страшно морозобойно. Неукрытый персик пострадал капитально. Почему? Он маточный. Он маточник. С него взяты черенки. И это настолько страшная вещь, что посмотрите. Вот. Вот мертвая ветка. Вот ветки, которые уже не проснутся. Сухие, сухие, сухие. Вот. Долго такие не живут, несколько лет еще будут давать побеги. Судьба страшная, маточный сад, это жертвенник. Еще раз глядите. Глядите, глядите на эту жуть. И понятно, что в Сибири неукрытый персик, это уже рекордсмены. Мои персики, это рекордсмены. А, вот ради интереса, сейчас пропущу. Персик, который я не укрывал тоже, но я его не резал. Нет, маленький все-таки срезал. Вообще, тоже вид у него плохой, но живой, вот так скажем. Ну, давайте по кругу пойдем. Китайская слива. Я ее не садил. Видите, зацвела наконец-то. И вот это наконец-то зацвела. Первый год. Им лет по 8. Нет, лет по 6. А это корневые отводки. Вон их родительница. Вот видите, вот она цветет. Вот это, которое самое крупное дерево. Вот это она и есть. От нее шло. Вот так вот они шли. И попадали под косу. То есть вот здесь можно проследить этот путь. Метр два был побег. То есть вылез из земли, от корня отводок уничтожен. Уничтожен. Это не смотрите, это уже вишня. Она тоже распространяется корневыми отводками. Наконец, вот такая слива пришла сюда. Вот она. То есть подвой у персика, который я сейчас только назвал жертвенным деревом, это слива. Ну, идем дальше по кругу. Ну, заглянуть к соседям. Вот это огромное дерево, невероятно. Это ирга, поверьте мне, это ирга. Вот такие дела. Ну, а это что такое цветет? Это опять корневой отводок вишни. Корневой отводок вишни, корневой отводок вишни.
Они дают предельный урожай, деревья уже не молодые, дают предельный урожай. 95% достается птицам. Идем дальше по кругу. Вот привил. Это кальмоотводок. Видите, я привил на нее черешню. Смотрим. Вот она жива-здорова. Как видите. Вот. Накроем пока. Вот как только вот этот кол вобью капитально, уже бутылка будет убрана. Итак. Еще раз. Неукрытый персик. Чувствует себя плохо, дохловат, но для меня это принцип. Я до предела закаляю, даст отводки. Живой, зиму пережил, правда скромная зима была, минус 38. Но для них все равно это рекордсмены. Нормальные персики, те, которые общеприняты на слуху, они не выдержат такие морозы. Мои выдержат. Это тот же хасанский. Потом он даст побеги. Если с этих побегов взять ветки, опять привить на китайские сливы, на манжурские абрикосы, мы еще на пару градусов поднимем морозостойкость. Эта система называется наслоение ментора по железу. Ну, когда-нибудь и наука заметит, сколько спать-то можно. Абрикос, третий этаж. Полюбуемся на третий этаж. Если прививка на манжурский абрикос, прекрасно себя чувствуют вот эти вот абрикосы. Вот они. Вот видите? Ну, это еще молодое дерево. Вот. Совсем молодое. И тут несколько цветочков было. Ну, сейчас их искать, наверное, не стоит. Самое главное, это что в прошлом году прививки были неудачные, видите? Одна, вторая, но я решил, вот третья. Упрямый невероятно. Почему? Новые сорта, они не имеют полной биологической совместимости с моими вот этими сортами, да? А что это такое, кстати? А, это персик, ой, абрикос ранний от пианиста. Вот он-то у меня и получился. Не... Эти виноваты, что мертвые прививки. А этот ранний, он новичок в моем саду. К нему еще привыкать надо. Вот. И смотрите, что мертвые раз, мертвые два, мертвые три, мертвые четыре. Вы думаете, все? Руки опустил, успокоился? Нет, ребят, этот год. То был прошлый год, 23-й. Вот 24-й. Живой? Живой? И смотрим дальше. Так. Внимательно смотрим. Внимательно. Живой. Только смотрите по почкам. Живой. Так. По крайней мере, перевоспитать мы его сможем. Это волосяная вишня. Ее особенность заключается в том, что я посадил для того, чтобы привить на ней персики. Персик привил, а он, уже не умер. Что в это время происходило? Годом раньше все листья были свернуты, он еще не плодоносил. До единого здесь поселился, вырос мощный-мощный муравейник. Вот он, видите, мощный муравейник. Ну, я, естественно, трогать его не стал. И не избави Боже, муравьи для меня это лучшие друзья. Вот. Я единственный, кто говорит, оставьте их в покое. Самые авторитетные садоводы призывают уничтожать муравейники. Вот он, муравейник. Вот. Прошлый год все листья были свернуты. Такое впечатление, да, сколько тли было, как они объедались, муравьи, с помощью... клевываться этого самого стада. О, вот, балдели. На следующий год, в этом году, все вернулось на свое место. А, нет, я даже перепутал. Предпоследний год. Последний год были уже листья нормальные и нетронутый муравейник. В этом году снова листья нормальные, по крайней мере, пока.
И первое цветение. Вот уже заложили. Вот уже заложили плоды. Итак, уничтожать муравейник не стал и не жалею. Вот. И никогда ни рука не подымется. Их муравейники — это несколько цивилизаций в нескольких исторических эпохах. Жаль, сейчас не время читать лекцию про них. Вот, ну что, пойдем дальше. О, забыл пленку снять. Пора. Ладно. Снова туда, где море огней. Так, значит, еще одна грядка Юлии Сергеевны. Недавно посажена. Жду, когда всходы появятся. Вот они, первые всходики. Так, идем дальше. Не совпало у меня цветение. Всего две груши. Дикая уссурийская. Молодое дерево. Но где-то лет ему 10-12. Но растет мощно это дикарь. Рядом груша, лесная красавица, родом Берги. Она только зацветает. Вот. А та уже отцвела, и даже уже сгнили лепестки. Тут все было бело, как после снега от лепестков. И только когда она полностью отцвела, начала зацветать культурная груша. Это из породы самых сладких груш на свете. Идем дальше. Сейчас я, знаете, как покажу. А вот что интересно. Ну, опять же, по своем фильме не показал. Вот. Это корневой отводок вишни. Не пропадает же добро. Я на нем черешню привил. Вот она. Как видите, у меня все получается. Вот. Прививка. Нет. Это венгерка. Слева венгерка. Вот. На абрикосе. Как видите, приживаемость хорошая. И мы в этом году попробуем. Вы будете только визуально, виртуально, а я всерьез буду пробовать. По-настоящему дегустировать. А вы только смотреть. Почему не так уж много среди моих друзей, среди вас всех, кто сейчас все брошу и буду заниматься этими межвидовыми прививками. Таких практически нет. Может быть, 2-3 всего. Вот. Видите? Дело в том, что сейчас вы видите, бельфор-китайку зацвела, да? Ну, цветет себе, цветет. Каждый год дает урожай. Это один из лучших сортов Мичурина. Вторая бельфор-китайка. Вот. Может быть, про яблони надо поговорить. Еще абрикос, еще не говорить. Вот отцвело вот этот абрикос. Дар небес. Вот интересная тема, знаете, какая? Сейчас скажу. Да. Что такое еще? Я не могу остановиться, успокоиться. Фотографию сделал, но не так заметно. Смотрите. Это жертвенное дерево. На этот раз уже не персик, а один из лучших сортов яблонь. Это розмарин. Вкуснее вы не ели, это я вам говорю. И вроде бы нормально, и все, и морозы переживает. Но вот это страшнейшая экзекуция. Посмотрите, сколько веток я с него срезал. Посмотрели, нет? Наверное, штук 40. И теперь посмотрите страшные последствия. Видели, что творится? Я его загубил, если не наполовину, то на одну треть точно. Давайте обойдем вокруг. В общем, или я его гублю, или не трогаю, но каждая веточка мне дала 200 рублей. 40 на 200 – это 8 тысяч. Если вы думаете, что эти 8 тысяч я покупал коньяк, вот, что-то себе покупал, нет. Вокруг меня столько горя, столько беды, нищеты.
Вот, что я вынужден калечить это дерево, чтобы обуть ребенка какого-то. Лекарства для другого. Вот, пеленки для третьего. Ой, страшная вещь это такая жизнь. Вот, и цена ему почти погубленное дерево. Одно из лучших на планете. Роз, марин, яблоня. Вот, вы скажете, ну посадил бы ты таких 10-20. Ни одного клочка вместо. Кстати, Антоновка. Вот. Кстати, Бельфи... Ой, это самое. Кстати, Golden Delicious.